Всем привет, с вами Марк и Богдан, и сегодня будем играть на Хайпикселе, на Hunger Games. Так, давай на поедем. На 2-2 заходим. О, на 3-2. На 2-2, может, 3-2 заходим. На 2-2 там уже зайдут только випы. А, вон, кстати, ты. Уху. Фига себе. Какие мне какую пещерку найти? Какую пещерку? Про что? Ну, видишь, какие там голодные бегают. Где мне какую пещерку бы найти? А, в простом Майнкрафте, что ли? Нет. Прикольно. Возможно. Что-то, я помню, тут играл уже. На этой арене. Я тут... Всё, жди. Короче, нажимай на вот на лук. Нажал. И выбирай себе профессию. Я выберу себе кнайп. Это который деревянный меч. Можешь это тоже... Тут можно еще лучника взять. Ну, только ты одного можешь выбрать. А в следующий раз можешь другой что-то взять. Тут что-то еще есть. Я не разбираюсь в этом. Короче, давай встретимся около сундуков. Там видишь зачарательный стол? Нет, нет. У меня деревянный. Меня бьют, помоги мне. Все за мной побежали уже. Нет, я около машин. Я около машин, за мной бегут. Я тут дерусь, Я с каким-то челом дерусь. У него, походу, вообще ничего нету. Да как он так смог? Он выжил. Меня еще бьют сейчас. Ты выжил? Я все меня сейчас убьют. Тут парень. Все, меня убили. Меня убили, короче. У меня же деревянный топором уже может. Давай ты где-то. Я пошел отсюда. Лобби, пиши и давай встречаемся. Угу. Написал лобби? Погоди. Обожаю Хайпиксель. Ты еще до сих пор играешь? Нет. А ты где, кстати? Я в лобби. Я во второй лобби захожу. И я не вижу тебя. Так, давай вставай, где мы начали серию, помнишь? Да, я там стою. Но я тебя не вижу. А, ну сейчас, вот. На второй лобби заходи. А, у нас там, заходи. Заходи на второй лобби. Зашел. И вставай, где это? Я тебя, похоже, вижу. А, я тебя вижу. Вон ты. Пошли на какой-нибудь другой арену, сейчас скажу, на какой. А, так, подожди. На 4-2 заходи. 4-2. 4-2? Да. Да быстрей. Во, всё, ты зашел. Вон ты. Я сзади тебя, кстати. Я тебя нашел, ха-ха-ха. О, смотри, кто тут. Ты знаешь, что тут американцы играют? Я знаю. Ну, это американский сервер. А помнишь Джордана? Это что за грязь? Это такой лобби, походу. Все, сейчас 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, сейчас. Я выберу Кнайта снова. Не хочу больше никого убить. Сразу беги к сундукам. Я тебя, кстати, походу вижу. Ты тут Кстати, а ты единственный Стив тут. Да, ну нету Стива! У всех есть, кроме тебя. Ты что-то сдох? Нет. Смотри, реально у всех есть, кроме тебя. Тебе легко, кстати, найти. Я прям перну в нос, у меня будет стен. Все. Бежи! Нет, у меня все отобрали, Все, бежи к замку. Видишь замок? Замок. Беги. У меня вообще все отобрали. У меня только 12. Мне каменный топор, берегите с меня, бежи. Да,
Корова! За мной бегут! Ты куда ты бежишь? Ой, не убьют, меня убьют! А, это ты! Это я! Ой, извини! На тебе три! На, ты куда? Дай мне! Что да там? Тут ничего интересного. Давай, что ты мне хотел дать? Дай мне мясо! Знаю, кто-то бежит! У него деревянный топор. Все, у нас все кончено. А, у тебя все, он подох, походу. Ну ты что сделал? Он бежал! Бежил вниз! Все, мне дали золото. У меня теперь золотой меч. Ну нифига себе! Мне дали это набор, который я выбрал. Все, Тёма! У меня отравление, Не почему дали. Мне не дали? А подожди, там время тоже. Я сейчас бегу за кем-то. У него 7... 2 хп, 2 хп. Все, я убил. Давай. Дай мне, что там есть? Держи вот это. А это И вот это держи. О, у нас еда еще есть. Сейчас я стейк съем. Смотри, кто у нас сейчас будет. Смотри на меня. Ёбах, у них еда. Да так... блин, это моя еда! Ты забрал мою еду! Сейчас, подожди, я всё поделю. Тебе 6, а мне 6. Уголь! Вот, держи, подожди. 6 сейчас дам. Мне нужен нагрудник. Лови ты еду! Еду лови сзади. 6 и у меня 6. Всё, побежали куда-нибудь. Иди за мной, короче. Ой, я в сундук вижу. И сундук, конечно, не пустой. Он пустой. Ты уверен? Да. Ты что, он в таком невидном месте? Нет, он не пустой, тут золотой шлем. Ой, да не. Сейчас. Там еще еда была, но я, если что, тебе дам. Так, давай пошли охотиться на кого-нибудь. Ты вижу за мной? О, нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 человека сразу. Если считать, то будет... Ты куда побежал? Стой. 3 человека осталось. 5 человек осталось вообще-то. Если нас не считать. А, ну да. Так, подожди, вот в этом здании что-то, наверное, есть. А в него нельзя зайти. Смотри, в него даже входа нет. Я вижу кого-то. Смотри, к нам кто-то бежит. Меня сейчас побьют. Все, помоги мне. Все, мне конец. Куда ты побежал? У меня мало. У него лошадь. А там можно, кстати, лошадь выбрать. Но это, по-моему, только для этих. Для... Все, меня убили, короче. Так, лодки. Да, меня убили. У него зачарованный топор. Я знаю. Короче, ты помер. Да, я. Заходи на второй лобби и вставай. И, короче, я тебя жду. Я там на втором лобби. А. Нет, ты все равно впереди на втором лобби. За что? А. А, вот. Вот. Короче, смотри, сейчас выберем. Подожди, если... А, вот. 2-2. Исланд, который. Исланд или как-то. А, вот. Ты вроде... А вот ты уже до нас зашел, кстати. Ой, простите. А вот и я тебя походу видел. Да кто из вас Стив? А вот ты. Нет? Ты где? Я возле пожара, потому что... Не, реально, где ты? А, вон ты. И чё нашел? Я увидел твой ник, даже если ты сел, я все равно твой ник увидел. Он тебя там был отсвечивался, хотя бы. Но я все равно прищал, что он был написан. Все, сейчас начнем. Я выбираю опять Кнайта. О, лошадь можно выбрать. Да тут. А, это только для випов. Богдан только для випов. Кстати, лошадь можно выбрать только для випов. То есть у нас вип где-то нет. Ее надо покупать, по-моему. Или тут, может, какой-нибудь конкурс устраивают на випку. С помощью випки, если я не ошибаюсь, можно летать и покупать какие-то вещи, там еще какие-то способности. Поехали! О, у меня деревянный топор! Все, я бегу! Я бью всех! Ты где? Вон я сзади тебя!
побежали за мной. Бьем сейчас всех. Бьем вот эту. Бьем вообще всех, бьем. Ты видишь меня? Ты бежим, беги за мной. Ну блин, мне еще что есть. Погоди. Быстрее. Давай. Осторожнее, здесь могут быть ловушки. Я здесь один раз уже упал на стилкрафте. А на стилкрафте тоже такая арена есть? Да. Я вижу тут вот это, одного чела. Стив, Стив? Ой, извини. Бей, он сзади, сзади. А он АФК, он АФК. Кстати, он АФК. Нет, он убежал. Все, я его... Ты что сделал? Спасибо. Ой, тут вронька есть. И тут зачарованная рыба есть. Это как понимать? Богдан, тут зачарованная рыба есть. А ты где, кстати? И пусть он прыгает. Ты тупой? Тупой. А у меня зачарованная рыба есть. Погоди, я приду через несколько минут. Мат, я выключу микрофон, да? Где мы сейчас иду, окей? Ага, я тут пока что поиграю. Так, у меня золотой меч уже есть. Прыгай. О, нет! Нет. Да нет. Ой, я вижу игрока. Так, нам надо поесть. Отдача. Ничего себе. Игроки, идите сюда, игроки. Где же вы? О, я сундук. Сундучок. Так, сзади никого нет. Нигде орать никого нет. Тут пусто. Ладно. Там еще один сундук. По всей видимости, их уже все прошарили. Это очень плохо. О, нет, прошарили еще не все. Так, ладно, у нас есть... One pound. Отдача один. Хорошо. Сейчас мы проверим эту рыбу. На отдачу один. Это съесть-то можно? Да, ее можно съесть. Так. Плееров 13. Все, я пришел. А, ну все хорошо. Ой, я нашел сундук. Так, чё? А, он пустой. Знаешь, сколько нас тут? Уже 12 человек. Прикинь, еще 12 человек. А, мне надо что-нибудь найти. Какого-нибудь игрока. О, уже 10. Прикинь, как они быстро. Тут это. Может, в принципе, еще сходить на какую-нибудь другую арену? Богдан. Алло. А вот посмотрю бандика. А, ладно. Ой, я еще один сундук нашел. О, он тут не пустой, но тут ничего интересного. Хотя нет, тут еда есть. Так, 9 плееров, ладно. Один из них я, то есть 8 остается. О, уже 8. Так, о, еще бронька. Все, я прям все беру. Не, ничего интересного. В принципе, бронька у меня уже это вся есть. Так, ладно, где у нас тут... Так, я пойду лучше наверх. Наверх, да, 7 игроков уже. Ой, я нашел шахту. Какую-то, походу, да, выйдут эти сундуки. Так, это ловушка у нас, я так понимаю. А это не ловушка. 5 игроков. Богдан, ты тут? Алло. Чё? Ты тут? Да. Да, ну всё. Так, а я сейчас... Я могу найти крякнуть бандикап. Иди потом скину, ладно. Так, Я сейчас ищу тут в сундуках что-нибудь интересное. Может, тут что-то не осталось? В сундуках. В сундуках, да. Сундуками. Так, мне надо поесть. Гнилую плоть съесть. А, зачем я это сделал, если у меня так нормально не дало? А ты знаешь, что тут финал есть, в отличие от других Hunger Games? Чё за финал? Это типа ты знаешь... О, меня стреляет. Нет, меня стреляют. Всё, мне ещё конец, короче. Я чисто не могу убить игрока. Все, меня убили. Так, короче, лови. Финал это там типа вот... Ты, там сколько-то там минут пройдет, и там это... А начнется как бы финальная схватка. Это как PvP, знаешь.
В общем, народ, мы, наверное, закончим на этом нашу часть по Hunter Ходи, не Games. зашел на второй уровень. Так, зашел. Так, в общем, мы закончим на этом нашу серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А может, сегодня выйдет третья часть моего выживания в Майнкрафте с модами. И, может быть, сегодня еще выйдет какая-нибудь мини-игра. Не знаю, посмотрим. Ну, в общем, с вами был Марк. Всем пока.